В США приведен в исполнение смертный приговор женщине-преступнице. Первая казнь за почти 70 лет. 52-летняя Лиза Монтгомери была признана судом виновной в особо жестоком преступлении. Она убила женщину, находившуюся на позднем сроке беременности. Адвокаты Монтгомери дошли до высшей юридической инстанции США, но Верховный суд постановил, что приговор можно привести в исполнение. Казнь несколько раз откладывалась. Защита Монтгомери ссылалась на проблемы с психикой, которые имелись у осужденной. Лизе Монтгомери была введена смертельная инъекция во время экзекуции у тюрьмы. Прошла акция противников смертной казни.